Ну погоди со своими телескопами. Погоди, погоди, у меня тут фея. А у тебя фея была вот здесь, кстати, где я нахожусь сейчас? Давай-ка я. Может, была когда-нибудь в следующей жизни. А ну ты отметь себе вот эту вот метку, я тебе при... А, да, ребята, это башня фантазии, на связи Чандер, Альмина. Здрасте. Вот, отмечай, где я сейчас нахожусь, себе метку, здесь фея, потом придешь, проверишь. Угу. А где ты? А я нахожусь сейчас в Банджисе. Вот здесь вот фея. Отметила. Всё. Хорошо, я тогда фею повел. Вообще 5 грибов. Какой огромный гриб. В смысле фиолетовая крутка, вы издеваетесь? Как плевок в душу. За 5 грибов фиолетовая крутка вообще. Где такое видно? Да, как-то... Действительно, обманули. Жадность. На, обманули. Спасибо за Элик. Его не остановить, он продолжает грабить. Это хорошо. У меня тоже грибы, но только те, которые меня атакуют. Зеленые, больные. Как говорится, сходил я, значит, в лес. Сначала я за грибами, потом они за мной. Опасные грибы на мечи. Так. Рейд какой-то. Ой, слушай, а тут какой-то мальчик по имени Рейд. Где? Это которому фею доставлять. Да, был же... Кто был? Брюс? Желе. Желе, точно, желе был. А теперь Рейд. Скипнутый. Фиолетовая крутка. Тоже какой-то нищеброд. Так, а ты где? Где твой там телескоп? Ты рядом с телескопом? Я уже ушла от него. А ты метку-то поставила? Где-а. Где там на горе? Рядом с тобой? Пойду за телескопами. Там целых 2 телескопа уже, ребят. Слушай, а ты желтую тут забирала? Тут она на горе желтая. Это имеется в виду, в цветок нужно вставить желтую штуку. Сейчас подойду. Да я возьму фиолетовую крутку. Здесь просто вот желтая фиговина, она так неявно, скажем так, взята. И ее нужно скинуть вниз куда-то. Где-то я там видел цветок внизу. Да, это я брала. Наверное. По крайней мере, у меня тут ничего не отмечено. Так, и вот она ж цветок находится внизу. Закрыт. Все хорошо. Ладно, тут желтая круточка просто дается. Да. Ладно, пошел искать, где там твой телескоп. Я уже здесь. Около телескопа? Ну, в его сторону иду. Давай, если дойдешь, хорошо. Все, можешь телепортироваться. Ты дошла до телескопа? Да. Сейчас, сейчас. Сейчас у меня прям тут вот взял и слаймика закинул, и у меня как раз меточка уйдет. Сейчас. Цветочек хочет кушать, понимаешь, надо покормить. Приятного аппетита, кто кушает хомячий лоб, это трапезничает, ребят. Так, телепортация. А у меня он есть. Мы его, значит, открывали, Оль. Да. Да. Может быть. А я сейчас посмотрю, какой тут. Это рыбы как раз. Это те самые рыбы. Да, те самые рыбы. Это ты отметила, видимо, когда я здесь был. Вот. А второй где? Пью. Сейчас телепортируюсь.
Да, пью, пей, пока там пью. Сверху большой гриб бочек. Пятый. Пью. Ага, спасибо. Пью. И дают фиолетовую. Это вот это вот, да? Да, да. Там еще дальше грибы есть, тоже фиолетовые дают. Не, ну вот за такие грибы это просто как-то стыдно давать фиолетовые. Должно быть стыдно давать, но по всей видимости разрабам не стыдно. Ну-ка. Телепортируйся. Телепортироваться? Сейчас. А, да. Телепортация. Так. Ого, где оказывается? Ничего себе, ты телескопы открываешь. Ну ладно, созвездие льва. Ой, как лев-то у нас выглядит? Кто-нибудь знает, как рисовать льва, ребят? Как меня? Можешь меня нарисовать? А, я сразу вижу, что это лев. Да, я вот когда соединил, я понял. Точно, это лев. Очень очевидное созвездие, я считаю. Ребята, которые вот занимались созданием этих созвездий, вот точно лев. Прям вот копия. Он там лежа. Лежа? Ведь лежа. Лежа в виде коня. Возможно, там и голова, это хвост. А, то есть, я понял. Лев в засаде. Можешь сюда подойти, отметить точку. Я не знаю, можешь ты забрать этот или нет. Давай, я добегу. Я, скорее, даже быстрее именно добегу до тебя, нежели телепортацией. Хотя... Не-не-не, я действительно быстрее доеду. На своем розовом мотоцикле. Там открыт, конечно, уже оранжевый, но... Не красный же. Какая точка? Тут сфера фиолетовая. Я не знаю, может, ты собирал, конечно. А, не собирал. А где она? Чуть пониже. В смысле, чуть пониже? Ну. Я ее не вижу. Взлететь надо? Полететь надо вниз. Надо... Я понял. Нет, тогда телепортация. А ты где? А я внизу. Ясно. Вот да. Да. Внезапно продолжил, по-моему, это попало. Попал донатик, по-моему. Спасибо за донат. Спасибо. Так. Spotify через VPN? Я не знаю, через какой VPN. Я же не через браузер использую, через приложение, соответственно, какой VPN. Я до этого использовал VPN в браузере, это мне понятно. А VPN именно на компьютер ставить, это уже другое. Тоже не знаю, какой ставить. Да и в принципе, ну его нафиг. Ну его нафиг, да. Хотя грустно, на самом деле, Spotify очень хорошая тема. Ну вот, увы. Я уже перестала им пользоваться, я чисто в ВК слушаю. Spotify через жопу, это Яндекс.Музык? Это прям совсем через жопу. Можно хороший совет. Да. И конкурсы интересные. Так, сейчас. Ой, можешь ко мне телепортироваться? Конечно. Сейчас. И еще раз телепортация. Давай, открывай. Или перезаряжается. Ладно, я открою. Ясно. Мне не сложно. Секунд оставалось. Тебя не дождешься, Оля. Угу. Здесь какая-то сфера. А сколько у тебя процентов уже? Мы здесь были, у телескопа. Скорпион. Это Леон, да? Скорпион. Скорпион? В смысле скорпион? У скорпионов не были. Нет, Леон. У скорпиона не было. Какой в жопу скорпион, Оля? Это козерог. Что там написано? Каприкорн написан. По-моему, да? Это козерог.
Каприкорн. Ну, у меня S уже, это они. То, что я ничего не или знаю. Нет, или Каприкорн это... Кто такой Каприкорн, чат? Лошадь, наверное, какая-то. Ой, еще грибы. Ой, сколько грибов. Я забыл, вот серьезно, вот просто забыл Каприкорн. Каприкорн, не знаю, Козерог. Каприкорн. Чат, Каприкорн. Козерог, все верно. Ну вот, видишь. Вроде забыл, но на подсознательном уровне все равно осталось. Да. Это грибы. От самого маленького, по идее. От этого. Ил? Нет. Нет? От самого большого? Нет. Нет. От самого другого? Вот от этого. Ага. А дальше? И а дальше? Не сюда. Вот этот. Угу. А следующий? Не этот. Я думаю, что вот этот будет. Да, так и есть, Оль. Следующий. Какой? Вот этот. Вот этот. Угу. Следующий, наверное, маленький. Почему? Нет. Вот этот. Который рядом находится? Большой? Вот этот, да, побольше, который. Хорошо. А потом? Маленький. Где-то сломалась логика. Да, что-то... О, золотая. Золотая? Ага. То есть со сломанной логикой дают золотую. Хорошо, ну, видимо. Хорошо. Ой, можно капсулу забрать. Так, сколько процентов тебе? Ну, сейчас. Да, можно капсулу. Раз уж мы здесь, можно. А мне недоступно вот это вот твое махание веслом. Угу. One day. Их трое? Трое. Каприкорн? Может быть, капремонт? Ну, у кого что болит. Ну, ходи. Ну, подходите. Слушай, они не собираются. Еще некрасиво так отходит. Куда уходит? Мужики, ну можно не расходиться-то, ну. Можно вот не расходиться, когда им щит вообще пробить. Да что ж такое-то? А почему я не могу? Выносливость? Понял. Я уловил, здесь же выносливость остается, да? Тебе здесь? На одном скилле. Чтобы настакать кое-что, нужно потратить выносливость. Не дэшнуться, а именно вот скилл, который... Удар, который потратит выносливость. Оля, ты пробиваешь не того, кого надо. Ничего страшного. Мы пробьем. Ой, я сейчас их разнесу. Давай. Поехал. Угу, отлично. Хорошо. Ну вот тут это... Вот их, кстати, тяжело соло. Я помню, пробовал. Очень тяжело. Правда. Да, тяжеленько. Но реально. Теперь это выйдет. Круто. Фиолетовую штуку дали. Какую фиолетовую? Ай. Детальку фиолетовую. Квадрат, по-моему. Одну штуку. Там. На грибочке вот. Вот это. Наверху, вот, что ли? Большом. Да, вот здесь на шапочке грибочка. Почти грибочку. Какой-то дрон висосовский. Погодь, на этом грибочке? Да, на этом грибочке. И вот ее нужно скинуть вниз, да? Сейчас возьму. Ты уже сделала, скинула? Скинул. Нет! Не укатывайся! Не укатилась, хорошо. Лови его, тормози его. Поймав.
Монгольская рок-группа. Звучит отлично. Что ж тебе так на рок тянет? Нет, рок это неплохо, но очень мало рок хорошего. Обычно это трешанина, к сожалению, которую лучше не слушать никогда. А так, в принципе, композиций много. Этот скандинавский рок достаточно неплох. Это в любом случае лучше, чем какие-то, знаешь, отечественную музыку для широких масс слушать. Так, еще вот фиолетовую. Вот просто за обычный удар фиолетовую дали, да. И в то же время, ты меня извини, за 5 грибочков дали фиолетовую. Обидно же? Лилуша, если ты будешь еще... Так, раз. Не знаю, забирала ли ты здесь шарик. Здесь надо было сдвинуть шарик. Нет, я вот здесь не был. Теперь был. Теперь был. Фиолетовая крутка очень даже пригодится. А, кстати, могу ли я ее покрутить сразу? Я в терминале могу ачивки еще взять. Блин, я хочу Немезиду успеть выбить, пока идет этот ивент. Но мне складывается такое ощущение, что я ее не смогу выбить. Я вот еще 10 круток сейчас пытаюсь сделать. 1200 кристаллов потратьте для того, чтобы 8 добить. Да давай, давай. Ивентовая крутка, которая мне дает... Очередной раз, конечно же, молот. Спасибо. Спасибо. Не, фиолетовые крутки это просто это худшее, что можем. Вот хуже фиолетового ничего нету. Вот на полном серьезе. Вот самые плохие крутки это вот эти. Красные, вернее, извини. Красные. Красные. Вот фиолетовые, они. Окей, а вот красные крутки это кошмар. Красные. Помоги мне, мил. Сейчас помогу. Сейчас я крутанул еще фиолетку. Такое же говно, как и в красной в целом. Ну, красный хотя бы там эту дали. Что помочь, куда? Слаймика найти. Слаймика? Тут цветочек. А, вижу тогда цветок. Да-да-да, сейчас поищем. Сейчас найдем. Ты делаешь. Так, обзорочка. Поехали. Ой, обзор прям на пушку. Которая фортификация называется здесь. Ладно. Мне, конечно, рановато пока в эту зону, по сути. Ну, ладно уж, раз ты здесь, давай вместе походим. Чего нет? То есть тут получается один слайм на два цветка, что ли? Может вот быть. Вот этот цветок, слайм вроде один. Там неподалеку еще цветок. Ладно, понесли. Чё? Ну-ка. Так, черная. Вернее, фиолетовая крупка. Еще фиолетовая крутка. Ой, надо же отмечать. Мне не отмечено. Здесь надо отметить. Здесь лагерь еще, ладно. Здесь надо отметить. Здесь надо отметить. Вот эту заберем. Вот это вот пусть будет еще. Ящик, который я могу взять? Серьезно? Замороженный. Ничего себе. Так, это взял. А это наверху, наверное. Здесь отмечено. Ясно.
Тут какой-то тетис. Он свалился и меня свалил за собой. Ну, он урон, так-то получил. Мне все-таки щит прикольно пролетает. Ага, Тетис в ачивку. Дальше. Здесь что-то можно взять. Да не, не наверху. А, удар. Угу. Фиолетовая крутка. Это точно наверху. Сейчас здесь эти. Очень. Я просто рядом с дуванчиком. Все, я взял. Сейчас лечу. Так, еще раз. Ай! Ну, я подпрыгнул, чтобы ударить. Ой, можно заклеймить. Заклеймил. Потом грибочек пойдет. Хорошо. Куда? Сюда. О боже, что это? Я не знаю, оно активируется. Оно активируется? Оно активируется. Activate. Я не знаю. Так, оно активировалось, оно выпускает какие-то волны, по всей видимости, оно пытается с чем-то связаться. А система звукового отслеживания включена. И что оно отслеживает? По звуку. Где-то здесь. Дерево. Дерево убить надо. А, модуль шарт вижу. Модуль шарт получил. Что это? Модуль шарт. Что это такое? Я не знаю. Б. Б? Нету тут ничего. Квестовые мишены. Это квестовый предмет. А, квестовые мишены. О, модуль шарт. Короче, акустический модуль для ремонта определенных устройств. Вот сюда его запихнуть обратно надо, наверно. А, в само устройство. Сейчас посмотрим. Наверное. Insert модуль. И я вставил тоже. И он снова активируется. Он снова активируется. Уже откуда-то отсюда идет. Вот. Да. Ой, как интересно. Да, посмотрим. Вот он. Вот он. Вот тут. Угу. Сейчас, чатик, погодьте. Погодьте, чуть позже, да, вернемся к вам. Погодите, тут какой-то очень интересный момент. Тоже со звуком связанный, видите? Вот оттуда. Снизу? Ну что, по очереди? Поехали. Где-то здесь, что ли? Нашел. Вот прям в той самой точке, где я. Поднимайся. А тут подниматься, кстати, недолго, поэтому можешь спускаться. На меня, если захочешь, конечно, телепортируешься, но если честно, то, мне кажется, тут быстрее заберемся. Я вижу, да-да-да, мы две из трех сделали, а это третья получается. Вот третью всунул и получил эту крутку золотую. Вау, а мне понравилось. Activate, а потом система активна, но все, система полностью активирована. Ой, какая интересная фиговина. Прикольно. Прикольно. Какой только активности в игре нету, да? Да вот такое в первый раз вижу. Вот, сразу духом Геншина повеяло. Такое что-то необычное, Геншин. Интересное. Что? Тут русский дух, тут Геншин пахнет. Пиу. Пиу. В смысле? С какой пиу нужно пиу? Пиу.
там непонятно, какой пиво он пил. Пиво. Там нужно два раза боссов побить, которые в списке, и получить 1000 новой валюты. Там кусочки тел какие-то. Душнина. По-моему, вот этот. Да-да-да, я уже вот этот, потом вот тот. Уже? Да. Я знаю, что Оля любит драконов, поэтому продолжим. Оля любит драконов? Ребят, музыка, конечно же, не воспроизводится на запись, вы же понимаете. А на стриме, да, можно заказывать даже музыку и послушать. Что, собственно говоря, ребята сейчас и делают. Но вам, слоупоком, это не понять. Давайте я закину хотя бы. Тут целых два слайма есть. Я сюда подкатить его не могу. Ну-ка. Фа, не смог. А ну не буянь. А ну не буянь, я тебе говорю. Не смог я его впихнуть. А вот так. Ать! Не, он не впихивается. Ладно, попробуем иначе. Слушай, а тут хитро. Я тут вообще не пойму, как закинуть. Сейчас новости посмотрю. Я же могу залезть сюда. Тю. Нет, я не могу залезть. Ну-ка, не падай. Ты кинь, а через какую-нибудь дырку побольше. Не могу, не нашел. То-то и оно. Я вот здесь могу кинуть его. Вот так я его, если кину, он, по идее, должен попасть туда, куда мне вам нужно. Хорошо. Все, он здесь. Тебе нужно дождаться, пока он... Ну, завязывай! Собака такая. Искормиться. Он вышел? Да, там есть дырка, где он может выйти. Собака. Наверное. Вон, да. Еще раз. Да, плохо, что сам не может скормиться. Вот здесь вот она, дырка, но... Он может. Зайти сам. Как бы он шел до своего места спавна. Но при этом он доходит до этого цветка и скармливается. Да, у тебя так было? Да. Забавно. А у меня вот нет. Он не скормился. Вот я и скормился. Хорошо. Ух, какие прям сложные тут сложности. Так, и вот эту вторую сейчас штуку возьму, чтобы это ни было. Оно активно. Красиво.